Сладкая Марина безошибочно узнала все по глазам. Жаль, исходы. Подверглась насилию. Лесбиянка. Все будут об этом говорить, я не хочу. Иди ко мне, Марина моя. Наверное, ничего не было. Я сделала аборт. Ну, усынови кого-нибудь. Я хотела с тобой. Знакомь. Ты не в том состоянии сейчас. Как, ну что такое? В обычном я в своем состоянии. Вот это и пугает, что это состояние стало для тебя обычным. Марина! Единственное, чего ты добьешься, это психиатрическая экспертиза. Ты ее не пройдешь. Со всем, что ты пережила, с твоими провалами в памяти, с этими экспериментальными лекарствами, с непонятными побочками. Здравствуйте, я, наверное, вас напугала. Входи. Посмотри на нас, Сережа, косяки. Я тебя люблю. Я ему платить, как? 40 минут назад. Сердце не выдержит.